Кукусики, новый день. У меня брат вышел на связь, то я чуть-чуть ненадолго сегодня выдохнула. Но это ненадолго. Уже опять напрягаюсь, потому что давно уже было, разговаривала с ним. Сейчас с Викторией едем по делам, заедем к Богданам, магазин. И все, и домой. Сегодня выходная, надо трошки это максимально дела порешать. Сейчас по Викиным, по моим тоже. Там узнать кое-что надо по поводу. Ну, это все не важно. По поводу. Что там дается? Это девчонки будут открывать. Не держится вроде. У меня весь потолок в шевронах. Вон. И тут. И тут. А это Вика привезла. Классный такой. Миноман. И тут куча шевронов. Короче говоря. Брат у меня шевроны облепливает. И мы помогаем. Ладно, поехали. Фух, скупились с Викторией. Лимонад. Молоко. Хлеб. Тосты. Поварёшка забрали Богдана в нашу. Так, ещё с рыбалки. Сметана. Такие сырочки, какие взяли, не знаю, не брала ещё. Фаршик. Хочу ленивые голубцы приготовить. Капуста синяя на салатик. Ой, ну, дается. Да, дотаскивать. Соусы взяли. Сырный, тартар, шоколадка на зарке, сацибелли, майонез, паста томатная, сыр. Все. 500 с чем-то гривен. 60, да. Сейчас буду готовить салатики, ленивые голубчики. Нарезала синюю капусточку, я ее перемяла с солью и немножечко сахарочка добавила. Сейчас постоит, потом майонезом заправлю и все. Это утром делала. Помидорки и огурчики. Солька, зелень и чесночок. Помидоры съели, чуть-чуть огурцов оставили. Они уже такие промалосолились, наверное. Угу. Да. А тут у меня ленивые голубцы загружены. Все, тушатся. Ну все, я готова. Вкусные огурчики. Дождь у нас целый день. Назар такой кессонный. Уроки делает, кстати. Вот такие дела. Все, поготовлю и отдыхать. Завтра уже и на работу. Какая у меня вкуснятинка получилась. Салатик. Синей капусты. Это вкусно. Сейчас сметанки добавлю. Вот так. И буду ужинать. Мне приятного аппетита. Приготовила. Можно ждать мужа с работы. Новый день. Доброе утро. И всем хорошего дня. Мой обед. Мой утренний кофе. Сейчас попью кофе и собираться. Хочу сладенького. Прям такого. И сырочек. У меня есть сырочек, точно. Сейчас съем сырок. Угу. Я правильно придумала. Всем хорошего дня. У меня уже я встала, но еще не проснулась. У меня рабочий беспорядок на кухне. Пока бульон у меня на борщ зеленый варится, я все поподготавливала. Щавель, яйца. Там у меня картошка, морковка, лучок. Замариновала филеечку. Сейчас в духовку отправлю. Шубу готовлю. Еще бурячки варятся. На шубку. И все. Вот так вот. Быстренько. Все приготовлю. Но зато компот еще надо сварить. Но не знаю, успею или нет. Назар воды купит, наверное. Пока не буду компот варить.
запахи. С работы отработала сегодня на работе. И этот голодная, капец. Сережка в комнате возюкается, полы выгоняет и принтуса на ту сторону, где уже ламинат, потому что у Назары онлайн на этой неделе, надо его хотя бы рабочее место переселить. Бо с утра я не могу зайти в комнату, у него урок, и он: тихо, уйдите, все уйдите. Короче, мы ему мешаем, а он мешает нам, поэтому спать он будет пока еще с нами, пока доделается. До конца выгонится пол, а учиться уже будет у себя в комнате. Шубка готова. Борщ сейчас закипит и тоже готовый. И мясо еще чуть-чуть. Я даже успела до выключения света. О, нормально. Средней густоты, не густой и не жидкий. Так, сейчас на мяско посмотрим. Красота. Еще чуть-чуть. Можно выключать уже. В принципе, можно. Пусть доходит. Все. Приготовила. Я сейчас себе насыплю шубу. Так хотела шубы. Прям капец как хотелось. Поэтому я не выдержу и немножко покушаю. Так, купила Назару. Пришли, ехали домой. Света нету. Ну, фонарь, конечно, обалденно светит. О, Андрюха, заходи. Колбаса, сыр. Вот такую с моцареллой взяла какую-то попробовать. О, новый фонарь? Да. Какой офигенный. Крутой? Крутой. Скажи. Так, це мамулька нам вареники налепила, заморозила. Андрюха, сосед, заходил к нам, поиграли чуть-чуть в кубики. Да и все, я пока тут чуть-чуть на кухне посуду перемыла. То есть все, Сережка. По Назара комнате там, да, недоработки дорабатывают по чуть-чуть. Мол, кстати, уже это, Назарку как-то не полностью, но частично уже переселяем. Рабочий кабинет. Рабочий, да, уже у него тут рабочее место. Вон, там где, ну, еще, конечно, плинтуса уже частично эту сторону. Сережка еще заложила, тут чуть-чуть осталось, но вот равняет. Вот здесь, вот, чтобы без порога сделать. То Назар уже, у него онлайн в этом, эту неделю. То мы его сюда переселили. Двери снял Сережа, потому что здесь они мешают. Вот, короче, так, спит еще он у нас, а учится уже там. У него такой рабочий угол получился. Все, не знаю, работа, дом, работа, что я там снимаю, совсем по чуть-чуть, походу. Даже уже не помню, что, с позавчера, по-моему. Короче, уже и отдыхать. С утра встали, туда-сюда и на работу полетела, а вечером тоже пришла, крутнулась, приготовила кушать и спать. Ну ничего, скоро суббота, воскресенье, я буду выходная 2 дня. То, может быть, что-нибудь придумаем, не знаю. Да, Сергейка? Конечно, да. Все, на этом все.